Привет, с вами Света Садохина и я ведущая рубрики «Блог без забот», где я делюсь с вами самыми актуальными и интересными историями в мире социальных сетей. Актуальная тема недели – как вести соцсети в удовольствие или все про личный блог. Почему я решила раскрыть эту тему? Да потому что у 90% людей есть социальные сети, но большинство специалистов являются сапожниками без сапог из-за страхов, неуверенности в себе и отсутствия понимания, а с чего же начать? Сейчас я вам помогу это исправить. Первое, это, конечно же, просто начните, а далее вы перейдете к планированию, стратегии и тактике. Именно начать нужно быстро и хорошо. Второе. Сейчас важна жизнь и личность. По себе могу сказать, мне не нравится смотреть идеальные профили, они не настоящие. Людям всегда нравилось, нравится и будет нравиться смотреть на жизнь и на людей. Третий момент. Цель изначально никогда не должна быть про деньги. Это чувствуется. Конечно же, каждому из нас хочется монетизировать наш блог, но все-таки начните с чего-то чистого, и все пойдет как по маслу. Четвертое. Не следуйте правилам, а создавайте свои. Будьте новаторами в вашем блоге, и люди к вам потянутся. Самая моя любимая часть – отстать от себя. Да, действительно так. Если вам что-то не нравится, не делайте этого. Если вы не хотите сейчас этим заниматься, не занимайтесь. Если вы будете делать то, что не хотите, вы будете быстро выгорать. А оно вам надо? Нет. Репутация – это то, что сейчас крайне важно. Позиционирование и фильтрация. Не только блогера выбирают, но и блогер выбирает, с кем работать. И помните, мои дорогие, важно вовремя, чем идеально. Ну а с вами была Света Садохина и ее рубрика «Блог без забот».